самого детства я всегда ставил перед собой высокие и порой даже недостижимые цели. Меня подкупало то, что лидер может сделать больше, чем обычный гражданин. Но именно граждане создают лидеру огромную поддержку в его начинаниях. И именно эти люди в команде помогают лидеру достичь своих целей, избрав верный путь. В каждом производстве необходима команда единомышленников. Цель моего участия в конкурсе «Лидер России» – это реализация и развитие продуктовых и нон-фуд производств на территории нашей страны. Переработка и выпуск готовой продукции должны быть полностью отечественными. Развитие сфер нон-фуд и продуктов питания необходимо для замещения импорта. Я готов разработать программы, необходимые для стимулирования производственного сектора. Облегчить доступ к дешевым кредитам. Потому что покупка оборудования для выпуска готовой продукции и создания производств для переработки сырья требует финансовых ресурсов. Идеи у предпринимателей есть, а средств для начала проектов, как правило, нет. Оборот розничной торговли в 2018 году составил около 30 триллионов рублей. Доля импортных товаров в среднем составляет 30%, а многие иностранные компании, чья продукция попала под санкции, открыли свои производства на территории Российской Федерации. Если это учитывать, то доля иностранного рынка составит более 50%. Моя цель – увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке, а также выход на международный рынок. Создание мелких, средних и крупных компаний в продуктовой и производственной сфере позволит обучить на местах новых специалистов, профессионалов своего дела. Сейчас, как никогда, в России есть огромный экспортный потенциал, и мы выйдем на мировой рынок с качественными, востребованными продуктами. Моя компания занимается импортом орехов и сухофруктов из 25 стран мира. Мы перерабатываем эти продукты и поставляем их почти во все торговые сети Российской Федерации. Ежемесячно нашу продукцию приобретают более 3 миллионов россиян. Я готов поделиться своим опытом создания масштабных проектов по выпуску готовой продукции и вывода отечественных товаров на международный рынок. Самым главным своим достижением я считаю успешную реализацию собственных идей.